Вот так выглядят бравые сотрудники полиции в глазах подрастающего поколения. Вот уже пятый год выставку детского рисунка на страже порядка проводит Совет ветеранов Межмуниципального управления МВД России «Щелковское». В преддверии профессионального праздника полиции более 90 ребят взялись за кисти и краски, чтобы запечатлеть самые яркие моменты непростой службы. Мы такими маленькими шажками делаем очень большое дело. Ребята знакомятся с профессией, они по-другому, наверное, видят профессию сотрудника полиции. И может быть кто-то из них в будущем станет полицейским. Спасибо тоже хочу сказать, что на преддверии дня полиции, дня работника, сотрудника органа внутренних дел данное мероприятие есть. Я думаю, что традиционно оно будет продолжаться. Цель всего нашего мероприятия состоит в том, чтобы ребята, соприкасаясь с этой темой, как можно раньше понимали, что такое служба в органах внутренних дел, чтобы как можно раньше у них сформировался образ сотрудников органов внутренних дел. Выставка и награждение ребят прошли в Щелковской художественной школе. Ее воспитанники также принимали участие в конкурсе. Однако в основном над рисунками работали ребята из общеобразовательных школ Щелковского района, учащиеся в возрасте от 7 до 15 лет. В этот раз сотрудники полиции дали их творческой работе особый импульс. Провели несколько встреч с ребятами. Особое внимание мы обратили ребят на наших сотрудников, которые погибли при исполнении служебного долга, награждены орденом мужества посмертно. Это Дмитрий Замяткин и Андрей Юбко. Теперь, когда у детей появляется представление о столь непростой, но нужной службе, сотрудники полиции надеются, что в их рядах будет появляться все больше неслучайных людей. Некоторые конкурсанты уже сделали для себя определенные выводы. Полиция спасает людей от аварии. Не хотелось бы работать в полицию. Я бы спасал людей, чтобы другие люди ничего не крали, чтобы других не обижали, чтобы не было очень ужасных происшествий. Я очень хочу работать в полиции, потому что она защищает и спасает людей. За 5 лет в архивах выставки «На страже порядка» накопилось более 400 работ. 10 ноября многие из них можно будет увидеть в Щелковском районном культурном комплексе, где планируют провести выставку по случаю наступающего праздника – Дня сотрудников органов внутренних дел. Александра Гранич, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».